Сегодня у нас 24 октября 2015 года. Это мы находимся в город Барнаул, Ползунова 6. Вот наш храм. Вот там братья и сестры приехали на молитву. Вот мы с Игнатьевичем приехали. Сейчас смотрим. Встречу. Здорово. А я слышу голос, Григорий Тихович, что ли, приехал? Ничего не думали. Как доехали-то? Да как мы доехали? Володя. Нет, а я говорю, вот будем мерзнуть, пока Володенька не приедет. Детям говорю. Сегодня приехали прям? Да, только что. Полчаса. Ну все, теперь нам выйти. Я еще смотрю, то ли Никита прошел, то ли нет. Никита всегда такой непричесан. И я смотрю, то ли Никита, то ли нет. Думаю, да пойди приглазь, делать что-то. Володь, должны же. Что, только что с утра смотрела видео, там они. Они уже тут. Ну, заходите сами, заходите. Мир вам. Мир вам. Мощи. Мощи. Нормально, смотри, христианин. Что ж он должен быть? Да, Володь? Да. Ничего не мощи, не наговаривайте на Никиту. Хороший. Мир вам. С миром. Привет, приветствую. Слава. Слава тебе, Господи. Слава Христу. Мир тебе. Все плотины поремонтировали. Да. Без меня тут дрова все перекололи. Что вы так делаете? На поезде приехали? Не, на машине. На машине? Ой, сохранили. С приезда. Вашими молитвами. Это брат Сергей. Вот ответ. Помогите, Господи. Да, милосердие его не истощило. Да. Вот это прямо для нас написала. Ага. Как вы там? Не думали, не чаяли ничего. За а Надежда Васильевна приехала? Успели. Дальше уже совсем непонятно, не что. Не успела будет. Собраться. Витя отказался вести. Я кинулся к Андрею. Андрей приехал. Не успела собраться. Кто вас привез-то? Андрей. Устинов? Да, конечно. А на чем он вас? Ну, на нашей газели. А-а-а. Ветер, да говорит, гололед на дороге, да проехали дорогой, потом даже снежинки да нет. Да какой гололед? Не захотела теперь. Видишь, наворачивается, как все. Ну, уехали по-хорошему. Не думали ничего. Два дня назад Андрей свозил Шарщину на лесопилку. Позвонили, готовят для нас. Ну и так они до конца нет. Но то, что нужно, сделали. Лес посвятил, они не виноваты. Высылают такой лес, еще с ним напили что-то. Нету. Ну и за два дня мы два пруда закончили. Они были подготовлены все только. Володя их смолил там этим отработкой. Холод, мокрота, руки ничего не могут взять, все застывшее. Прихожу, не могу ноги отогреть. Отстыли. Ну вот. Это вы себе устроили гулаг. Сегодня снег, вода застыла. И мы ни свет ни заря уже там на пруду. А вчера темняется, и в темноте идем оттуда. Кончить надо. Застынет дальше, она комками идет. Дальше ничего нельзя сделать уже будет. Все. Да еще. Палец замотан был. А тут машину сейчас просто холодная. Как и дома. Ну вам полезно это. Яблочки. Надя, у вас все нормально? Да, все нормально. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.